Привет, друзья! Это канал Крипто Столица, и вы опять попали на наш хит-парад. На этот раз хит-парад самых странных криптоблогеров. И да, если вам понравится этот ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и включить уведомления о новых видео. Погнали! Однажды древний человек поднял с земли пустую двухстворчатую раковину и с ее помощью, как пинцетом, выдернул пару волосинок с лица. С тех пор повелась традиция придавать растительности лица красивую форму. Зачем я это все сказала? Такова история мужских усов, найденная мною на просторах интернета. Все заиграло нас абсолютно новыми красками. Но у нашего претендента на место самого забавного криптоблогера усов просто, наверное, не выросло, и поэтому он решил прицепить себе добротные картонные черные. Сегодня у нас очень позитивный выпуск по биткоину, я отвечу на... Многие блогеры думают над своим внешним видом. Как-то ведь нужно отличаться на просторах Ютуба, а то куда ни плюнь, у всех одна голова, два глаза, два уха, один нос, один рот и какая-то заурядная речь, а тут бац и усы. И мир криптовалют уже не так скучен и непонятен. Давайте отдадим этому замечательному мужчине четвертую строчку нашего хит-парада. Ура! Ну и, видимо, так как у нашего сегодняшнего хит-парада градация идет по усам, я бы хотела вам показать нашего следующего претендента. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что такое биткоин. Юный школьник. У него усы просто не выросли, ну, в силу возрастных особенностей. И знаете, я просто не смогла пройти мимо блога ребенка, разбирающегося в криптовалютах. Так что наш канал отдает ему третье место. Кстати, уважаемые зрители, а как вы думаете, сколько этому мальчику лет вообще? И откуда он такой умный? Пишите в цифры в комментарии, может быть, вы угадаете. А вот, пожалуйста, следующий экземпляр. Биткоин — это криптовалюта. Я не понимаю, как он попал на вторую строчку нашего хит-парада, но человек такое ощущение, что в первый раз увидел курс биткоина и решил похвастаться людям, что он увидел. То есть вы понимаете, цена скаканула вообще нереально. Вау, это же биткоин! Посмотрите, это биткоин! Твою мать, это биткоин! Посмотрите, у него есть график, он, блин, движется! Хотя вы знаете, такие же восклицательные речи произносил каждый второй, или может быть и первый, в декабре 2017 года, когда биткоин резко взлетел до 20 тысяч долларов за штучку. А потом эти же самые хомяки, оставшиеся полгода, сокрушались, что... потратили свои последние сбережения на какие-то виртуальные циферки. Ну что ж, я вас поздравляю. Раз вы смотрите это видео, то вы на хит-параде. И второе место я посвящаю хомяку в очках. А первое место нашего хит-парада получает, и по музыке вы уже 100% догадались, кто же это такой. Это Вован из «Реальных пацанов», удачно снявшийся в рекламе «Три топора». Почему «Три топора»? Да, просто это была самая удачная реклама 2017 года. Ее крутили просто везде. На нее снимали пародии самые известные топовые блогеры. Как поднять бабла? Куда нажать, чтоб закрылась вся эта... И даже Первый канал не обошел стороной этот замечательный шедевр российского рекламного искусства. Все говорят, Иван, как накормить хлеста? Я считаю, что это самый удачный задвиг в блогерской теме. Заберу свое в биткоинах, а я в рублях. И самый тупой и бесполезный. И именно поэтому он занимает первую строчку нашего хит-парада. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, включайте уведомления о новых видосиках, потому что они выходят чаще, чем вы думаете. Муа!